Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет реакция на новый альбом Big Baby Tape «Ворсква». Вот. И я думаю, ну, начинать, в принципе, надо, да? Опа! Здорово! Привет! А как я тут появился? Где я? Я в Майнкрафта! Ладно, всем привет, дорогие подписчики, с вами снова, как всегда, я, пожилой окунь Чебурашка. Сегодня мы будем с этими людьми реагировать на альбом Моргенштерна Big Baby Tape «Ворсква». Давайте же сразу определимся, вот, и мы будем слушать вот так вот на ноутбуке. Я думаю, громкости будет достаточно, чтобы вы услышали вообще все, что будет там происходить. Поэтому... Я потом их даем. Если трек будет шляпа, за пару секунд мы это поймем. Мы его сразу скипаем, потому что 19 треков, понимаете? Это как бы на час, а как бы кому это. Первый трек Down to Drive. Ну, мы его уже слышали, он был дропнут до альбома, поэтому переходим сразу. Второй это Осиента. Испанский вайб. Если честно, из прикольной бит, во-первых, я чувствую вайб такой испанский. Стыд тоже. Вайб прикольный, текст я не слушаю, потому что я не люблю текст. А за сколько оцениваете из анимаников из 10? Из 10, ну, 5. 5 анимаников из 10, а ты? Шестерочка, может быть. Шестерочка, окей, дальше. Case to the City. То есть в переводе с английского «ключ от города». Эй, мне на спасе на крови, на карту ставлю МСК, мне от нее нужны ключи, эй. Эй, мне на спасе на крови, на карту ставлю, тут это Ворсква, я... Нет, шляпа, мне кажется. Да, мне тоже кажется. Бит прикольный. Чувствуется хитинок. Да, возможно, это таблетка, конечно. Ну, это прикольно. Ну, слов, честно сказать, слов нету. Я могу дать этому треку, ну, пятерочку из 10. Согласен. 6. Потому что, ну, правда, звучит приятно. Твое мнение не учитывается. Следующий трек. 4x4. Я когда услышал сниппет, мне сразу понравилось. Он такой вайб 2000-х годов. Не, вот это вот, мясо. Да, это мясо. Это... Прикольная мелодия нравится. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Еще как это ложится все у него складно. В принципе, на восьмерочку. Тоже восьмерочку. Семерочку. Номерок вот на семерочке. Бензомагеддон. Ты это мне? Ты что, только я один? Тогда кому ты нахуй обращаешься? Это уже какой-то Детройт. Я могу сказать, что это отсылочка еще, возможно, на Кармагеддон у Кизару. Может быть. Не может быть, скорее всего. Это не фит. А, нет. Мы, знаете, мы сейчас это обсудили, как те челики из мема, там, где школьники обсуждают на диване что-то. Wake and Bake. Ну, как будто бы шляпа немножко. Ну, на пятерочку. Ну, да, средненько так, пятерочка. Пятерочка, да. Слов, мы будем по минимальному вообще, это, знаете, так, комментировать, типа, если мы вот так вот делаем, это прям класс. Если, ну, типа... Делайте так. Я думаю, вот... Бентага. Тоже шляпа. Passengers
и пилот. Пассажиры и пилоты. Ну вот этот, наконец. Шляпа. Вот такая вот. Мне нравится семерочка. Троечка. Четверочка. С пуканом. Мне как-то не особо. Сейчас. Big Baby Tape и пукан. For the game. О, моя братва. Райончик. Прокурорчик, не шей мне срок. Прикольно. Если мне понравится этот трек, я послушаю все треки Макана. Я пошутил. Так, давайте перемотаем на... Хочется Стони купить сейчас. И капу. И капу, да. И еще газели такие, знаете. Спешно. Ну, я могу оценить, наверное, по ходу действия таблетки проходит. Я скоро тоже пропаду. Ну, у нас анимальники его галлюцинации оценивают альбом Моргенштерна. Last Summer. А ты вышку зацепил? Нет. Смотри. Дима зовут. Но он снова сделал это уже на тебя отсылка. Пати анимаников. Ну, летом это слушать кайф. Да, мне сейчас... кажется, сейчас не то время. Да. Поэтому тоже пятерочка. Кстати, следующий альбом через 5 лет. Следующий трек с Кизару. Dirty Madness. Business. Dirty. Шляпа. Да. Даже не будем оценивать. Следующий трек All Gang. Или On Gang, или же трек с Baby Mello с ребенком тыквой. Он тебя найдет. Попробуй найти меня. Ждем меня. Вот это прикольно. Ну, без тыквы бы поприкольнее звучало. Ну, мне волнует лишь один вопрос. Сделал ли он домашнее задание по окружающему миру перед тем, как поехать на студию записывать этот трек? Ну и как бы по русскому языку... А сколько ему лет? 11 вроде. Там, или 9. 9, по-моему. Следующий трек. R.I.P. Тропа. Шляпа сразу. Ну, подожди. Перемотай. Шляпа. Хази-бази. Хази-бази, кстати, я что-то слышал. Мама, don't cry. Мама, не плачь. Это, короче, грустенький такой трек, скорее всего, будет. Про маму. О, еще один пришел. Это легенда из клипа. Ну так вот. Спокойненько, лайтовое. Средненький, да. На пятерочку. Да, пятерочка тоже. Это следующий трек Baby Tape. Блин. Это херня, которую буду говорить. Куда ты таблетки жрёшь? Реально двухтысячные. Ну да, что-то есть похожее такое. Такие синточки прикольные. Ну такое, знаешь, на семерочку, я бы сказал. На 7 анимаников. Предпоследний трек это Dining. Вот прикольный сэмпл. Да. Thank you.
Знаешь, напоминает этот трек «Апокалипсис» у Витяша. Да. Так, последний трек, дорогие друзья. Это на семерку. Да, согласен. Семерка, восьмерка. И Baby Tape Wife. Слушаем. Девяточка, девяточка. Да, согласен. В общем, ребята, альбом «Шляпа». Что могу сказать, ребяточки, мои дорогие пожелалки? Альбом такой прикольный вроде бы как, вроде бы, но я не до конца понял, надо будет по-любому прослушивать еще раз. Пока что на этом все, таблетки у меня закончились, тогда я куплю новую пачку, упаковочку, баночку. Но в следующих видео я постараюсь снова с этих своих друзей там тоже, позвать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, в этом видео будет очень много просмотров и 5 классов.